новый летний сад после реставрации или реконструкции, как сейчас называют. Это Лебяжий пруд. Сейчас найдем лебедей. Вон лебеди. У них там кормушка. Ну, как говорится, поближе к кормушке. Ну, иногда они прогуливаются по пруду. Все-таки, что ни говори, а красивый стал летний сад. Облагороженный. Это новый фонтан в летнем саду. Реставраторы реконструировали летний сад и создали его таким, какой он был создан изначально. Еще при Петре Первом. Скульптуры, конечно, пришлось заменить. Оказалось единственным способом спасти оригиналы от вандалов – это убрать их в запасники. Мы в России, господа. Летний сад, конечно, стал намного красивее, это бесспорно. Более облагороженный стал, а то был как дикий лес. Красивые аллейки стали. Вот и дедушка Крылов, чьи басни мы учили в школе. А это аллея фонтанов. Тоже сделали хорошо, красиво, молодцы. Надо реставраторам отдать должное.